Итак, сегодняшний уловчик скумбрии. Килограммчиков 20-25, наверное. Вот, по поводу снасти, как и говорил, обычная блесна. От нее поводочек флюорокарбоновый, сантиметров 20. На конце тройник. То же самое перед этой блесной идет тройничок. Я его называю догонятор. Догоняют очень хорошо вот эта вот скумбрия. Ни на какие не работают, ни системы, ни хрена не работают. Работает только тройник и догонятор. Запомните, а лучше запишите. Сегодня вот такой вот уловчик. Куча трески. Здорово. Ну и скумбрия килограммчиков, не знаю сколько. 15. Как-то так. Тройничок рулит. Друзья, всем привет. Вот это тупик фьорда, и зашло очень много скумбрии сюда. Она выпрыгивает, прям вода кипит. Но есть одна дилемма. Она не клюет на обычные, так сказать, самодуры. Вот эти вот всякие ставки, самодуры, системы. Она на них просто не реагирует. Иногда бывает, конечно, реагирует, но это скорее исключение. Вон там один рыбачок на лодке, он второй. Там еще 2, 3, 4 лодки за вот этим домом в конце фьорда, их не видно. И все они пытаются поймать скумбрию. Но результат у них очень слабенький. Я вчера был, тоже кидал системы. Реагирует она, но очень плохо на системы. Выход есть. Сделать снасть с обычных крючков, без всякого там люрекса и т.д. и т.п. И тогда она будет очень хорошо клевать. Так что сейчас я вам покажу монтаж, которым я ловлю скумбрию. Вчера 27700 наловил, почти 28 килограмм, буквально за 2-3 часа. Правда, за скумбрией нужно гоняться. В общем, оставайтесь, посмотрите, как я свяжу монтаж, и, возможно, вам это будет полезно и интересно. Так, друзья, бывает так, что всевозможные вот такие вот самодуры, системы их называют, но в общем по-разному, не хочет скумбрия на них клевать вообще. Вроде она есть, но она на них либо очень плохо реагирует, нету таких гирлянд, по 5 штук, по 6 штук цепляются. Но вот если такого нету, а бывает иногда на пилкер прицепится, либо одна скумбрия просто на крючок, на один из этих системок прицепится, то есть выход очень хороший. Это вот такие вот крючочки. Размером от 1.0 до 3.0. Самое лучшее у меня работают такие золотистые и черные крючки. Сейчас я покажу, как я вяжу монтаж. И очень даже неплохо ловлю скумбрию. При том, что люди, которые ловят тоже с лодок, с берега, у них на вот эти вот системы, ну, в 3-5 раз хуже клюет, чем на обычные вот такие вот крючки. Приступим к монтажу. Друзья, смотрите, такую красоту на столике сделал, чтобы у вас при просмотре, так сказать, глаз радовался. Возможно, на следующее видео одеть плащ-пальто. В общем, вот эти вот воблерочки мне привез приятель из Финляндии. Говорят, на них вроде как форелька должна клевать, но я их еще не пробовал. Вот это тоже Кусама, говорят, очень хорошо косит форель, лосося. Я на нее пробовал, ловил неплохо. И вот эти вот блесенки тоже по лосось-форель, правда, с лодки, но работают. Так, приступим к монтажу снасти. Так, раньше я всегда использовал флюорокарбон для поводков, но он у меня закончился, здесь пару метров осталось. Теперь я использую обычную леску до 0,4-0,45, а так самое лучшее 0,3, я думаю, лесочка. И красная лесочка. В общем, белой лески метр, 1,20 м примерно. И красные лесочки, вот такие вот поводки нарезал, сантиметров по 15, чтобы крючок привязать. Итак, начнем. Отступаем примерно около
20-25 сантиметров. Берем две лески вот так вот. И просто делаем в петлю, два раза продеваем два вот этих вот кончика оставшихся. Так, раз. Два. Готово. Дальше затягиваем. Все, затянули. У нас получается вот такой вот поводочек. Лишняя вот эта вот отрезается часть. Кусочки. Отрезаем лишнюю часть. Получается вот такой вот поводочек у нас. Вот. К этому поводочку берем крючочек 1.0. Это хорошие крючки. Острые. Еще здесь, не знаю, видно вам или нет, здесь засечки есть обратно. И ушко у него развернуто. Вот. Берем красненький поводочек. Кому как удобно привязан. Здесь особо разницы нет. Но главное, примерно 3 сантиметра. 3-4 сантиметра, чтобы у вас был поводок. Продели в ушко. Привязываем, как вам удобно. Я делаю 4-5 оборотов. И продеваю в образовавшуюся петельку обратно вот этот вот кончик. Так. Раз, вот туда. То же самое, затягиваем. Около 5 сантиметров, 4-5 получается поводочек. Такой вот красный поводочек на белом шнурке. Я думаю, видно. Вот. Такой вот поводочек получается. Лично обрезаем. Все, теперь вяжем второй. Через сантиметров 25 примерно. То же самое. Берем леску, маленький кусочек, прилаживаем его сюда, направлением вниз. То есть вот так оно выглядит. К тому крючку длинное направление идет вниз. Слаживаем пополам петлю и в петлю два раза продеваем две лески. Раз. Два. Вот. Получается вот так вот. Затягиваем. Лишнее обрезаем. И опять привязываем крючочек. Крючки вяжите как кому удобно. Я вот продеваю, один раз продел, беру петлю, подступаю 3-4 сантиметра, вокруг этой лески делаю около 5 оборотов. Раз, два, три, четыре, пять. И этот кончик в эту петельку. Затянем. Есть. Так вот оно получается. А вырезаем. Итого у нас два поводочка уже есть. Еще один поводочек. И будет готово. Опять отступаем примерно от этого крючка 25 сантиметров. Лесочку берем, то что-то у меня длинная очень, не пойму почему. Так, берем 25 сантиметров примерно, длинным краешком по направлению к крючку
слаживаем и делаем два оборота в эту петлю. Раз, два. Два оборотика есть. Берем, затягиваем узелочек. Лишнее обрезаем. Так, вы уж извините, если вам там не видно будет. Я только пытаюсь это все вам показать на камеру. Еще не спец. Нужно вообще, наверное, камеру крепить на грудь, либо на лоб. Так, то же самое. Продеваем крючок. Отступаем сантиметра 4-3. При затяжке еще сантиметр появится лишний. То есть будет 5. Сложили пополам. И то же самое. Оборотов 5. Раз. 2. 3. 4. 5. Готово. Продеваем обратно в петлю и затягиваем. Вот. Вот еще один поводочек готов. Лишнее обрезаем. Подтягиваем. Все. Того, что у нас получилось. У нас получилось один крючок, через 25 сантиметров второй и еще через 25 третий. Теперь смотрите, какой провис. Крючки все висят как дугой, то есть узел наверху идет. Если их наоборот, они будут, как сказать, там, вдоль лески идти. И таким образом они могут, ну, путаться вот так вот. Если это все наоборот перевернуть, тогда они будут свисать и путаться. Ну, не так сильно они будут путаться, в общем. Дальше. Что мы делаем? Здесь вяжем обычную петлю. Самую обычную петлю, даже одного раза хватит. Обычную петельку, завязали обычную петельку, лишнее отрезали. Это мы будем пристегивать к карабинчику. От шнура будет карабин, и сюда мы пристегиваем. Дальше на конце то же самое, вертлюжи. Такие вертлюжки использую, хорошие, 22 килограмма, пишет Назар. Ну, в общем, Билтемой вертлюжками не пользуюсь, после того, как кучу раз у меня эти вертлюжки подводили, исходила трофейная рыба, разгинается здесь, расстегиваются сами по себе. В общем, Билтема не мой вариант, лучше доплатить 20 крон и купить нормальные вертлюжки. Опять-таки привязывайте как хотите. От блесны, от крючка расстояние сантиметров около 30. Оставляем. 1, 2, 3, 4, 5. Как вам удобно привязывайте, это уже ваше личное дело. Продеваем петельку. Оп. Нужно смачивать всегда, конечно, но я до конца не затягиваю, поэтому так не хватит. Смачивать некрасиво, неэстетично будет слюной на камеру. Поэтому так. Итого, у нас получается вот такая снасть. Теперь немаловажный процесс. Смотрите. Блесна. Какую мне блесну взять? Да. Вот этот тут клюкер у меня очень хорошо работал вчера. Его разорвало очень хорошо. И
вот такие вот блесна. Сейчас покажу, какие. Вот такие вот блесенки. Легенькие. У меня спиннинг до 20 грамм, до 18. Блесна 18-граммовые. Вот эти вот все. То есть все они работают хорошо. Это поверхностная приманочка, быстрые рывки, и она работает. Дальше. Что мы делаем дальше? Берем опять леску или флюорокарбона, того что, сантиметров 20. И все очень просто. Привязываем тройничок на конец. Привязали тройничок. Затянули. Обрез. Отступаем примерно 2,5 длины блесны. Так меньше переплёстов будет. 1, 2, ну и половина как раз где-то здесь. Вот. И на конце вяжем просто петельку. Именно петельку. Вот, делали мы на конце петельку небольшую, такой около сантиметра полтора. Дальше откусываем лишнее. И этот монтажик мы крепим к заводному колечку блесны. Разгибать кольца, в общем, и просто заводим эту петельку блесенку. Получается, что она свободно здесь гуляет, и петля, и тройник. Теперь пристегиваем блесну карабином. Получается вот такой отвод где-то 20 сантиметров от блесны на свободном монтаже. Ну, шарнирный монтаж, я не знаю, как он назвать, но то есть у него свобода передвижения или свобода, я не знаю, как правильно сказать. Вот такой вот монтаж, он будет очень хорошо. И все, такая снасть с тремя крючочками. Очень хорошо работает по скумбрии. Не только скумбрии, кстати, и саргана я имею в виду очень хорошо. Смотрите, какой большой сарганчик мне попался. Вот такой вот. И его длина составляет от начала клювика до конца плавничка 66 сантиметров. Красавчик, красавчик. Это касаемо крючков. Теперь я вам покажу монтаж с тройничками. Очень хорошо работает. Вот прям 100% он работает. Я в нем уверен. Берем леску метр. Плюс-минус метр лески. Отступаем от края примерно сантиметров 40. 40-45 плюс-минус. Сложим леску пополам и вяжем здесь небольшую петельку. 2 оборота вовнутрь в петлю. И петелька должна получиться примерно у вас длиной около 3-4 сантиметров. Вот такая у вас петелька должна быть. И монтаж этот простейший, просто вам ничего не нужно. Вы берете тройничок, просовываете в ушко петельку и
просовываете в эту петельку тройничок. Вот так. И затягиваете. Все. Одна часть монтажа готова. Смотрите, вот так вот он выглядит. Я его называю тройник-догонятор. Его скумбрия очень хорошо догоняет, поэтому догонятор. Так, это у нас нижняя часть. Здесь, допустим, пилкер, да, у вас или что? Вы привязываете просто пилкер. Раз, два, три, четыре, пять. Чтобы менять пилкер, вы можете привязать, естественно, карабин, просто заводное кольцо. Ну, то есть это не принципиально, как привязать пилкер. Но лучше все-таки, чтобы на пилкере впереди было заводное кольцо. Его просто с этого снял. Так у него свобода движения будет лучше. Вот. И теперь берем еще один кусочек лески. Примерно 20 сантиметров длиной. Привязываем тройничок. Раз. Два. Затянули, лишнее обрезали, получился 20-25 сантиметров длины. Берем тоже примерно 2,5 длины, но у меня в основном 15-17 сантиметров плюс-минус. Поводки очень хорошо работают. Некоторые я видел саргановые, там подлиннее поводок ставят. Ну вот. То есть здесь то же самое. Обычную петлю делаем. Вот. Затянули ее. Она никуда не денется. Ну, скумбрия ее точно не порвет. Затянули хорошенько. Лишнее обрезали. Получается вот такой вот поводочек. Вот такой поводок получается. Так, и этот поводочек мы одеваем в колечко, проводим в колечко пилкера. Так, вот у нас получился вот такой вот монтаж. То есть петля, она очень хорошо дает свободу движения самому тройнику. Примерно 20 сантиметров тройничок болтается. Дальше у нас идет поводочек, на нем тройник. Дальше на самом конце вяжете обычную петлю, как вам удобно. Затем эту петлю вы просто пристегнете к шнуру, на котором привязан у вас вертлюжок с карабином. Вот такая снасть будет косить всю скумбрию, которая у вас там будет проплывать. Это уже проверено 100%. Главное, проводка. Проводка, я хотел вам сказать по поводу проводки. Проводка идет рывковая, твичинговая. Только приманка приводнилась, вы сразу начинаете быстро делать обороты катушки и каждый раз подтвичивать. То есть раз-два, быстро, раз-два, быстро, раз-два-три, быстро, раз-два. И вот в таком вот темпе вы можете твичить. Я когда-то сниму видео, как я делаю эту проводочку. Возможно, даже сегодня. Так что вот такой вот монтаж работает очень хорошо. Так, сейчас я вам покажу поближе этот монтажик, уже готовый. Вот получается, тройничок идет. От него поводочек сантиметров 20 с петлей в колечке. Дальше идет пилкер сантиметров 40 от пилкера, привязан также на петельке тройничок. Дальше опять около сантиметров 40 продолжение этого поводка, на конце петелька,
Вот такая вот телечка на конце, чтобы пристегнуть этот поводочек потом в карабин. Вот. И монтаж номер два. То же самое. Поводочек через колечко, прицепленный к блесне, либо к пилкеру. Дальше идет поводочек сантиметров 5-6. Через 25 сантиметров еще такой же поводочек 5-6 сантиметров длиной. Ну и дальше еще один. Вы можете их хоть 5-7 вязать. Просто у меня спиннинг 2,40. Я максимум 3 вяжу. Вот такую вот системку я если делаю, то вяжу один тройничок здесь, один здесь. По две скумбрии сразу цепляется, и их комфортно вылаживать мне. Так что так, ребята. Вот такие вот монтажики. Вот такие вот тут красивые для вас были натюрморты всякие. Делайте монтажик, ловите рыбку, ставьте лайки, пишите комментарии, спрашивайте, подскажу, если что. Спасибо за просмотр.